Психолог – специалист, на которого возложено оказание психологической помощи людям, которые в ней нуждаются. По мнению специалистов, в каждом человеке кроются ресурсы, помогающие ему в решении различных проблем. Тем не менее, в силу определенных причин человек не может самостоятельно с ними справиться. Он не может принять верное решение, мысленно поставить себя на место другого человека. Его жизненные ориентиры утеряны. Ситуация, когда кажется, что жизнь не имеет смысла, а все вокруг воспринимается тоскливым и безрадостным, оказание психологической помощи просто необходимо. Для этой цели в нашем районе более 10 лет назад был открыт Центр психолого-педагогической помощи населению. О том, какая работа проведена специалистами за прошлый год и за 6 месяцев текущего, рассказывает помощник директора центра Асрудин Албулатов. Ну, начнем, наверное, с того, что прошлый год у нас был очень удачным. Центр психолого-педагогической помощи населению Косово-Кузского района проработал очень хорошо. Мы заняли первое место как в районе, так и в республике, первое место среди центров психолого-педагогической помощи. Поэтому, конечно, это отрадно, и мы с удовольствием еще раз хотели подтвердить нашу трудоспособность специалистов, которые проработали в этой области. В этот год мы действительно начали с самого основного. Ведь с каждым годом система обслуживания и система предоставления социальных услуг качественно меняется, и существует утвержденное постановление правительства России, в том числе постановление правительства Республики Дагестан 95 год, 2000, 2001, 2011 год, где утверждены ГОСТы. Согласно этим ГОСТам, основной цель и задача является качественное предоставление услуг. На это и обращает особое внимание. В этом году по социальным услугам, как воспитательной части, так называемой психологической и педагогической помощи, нам оказано более чем достаточно, я имею в виду цифры, которые нам обозначены как плановые. В чем же заключается качественное обслуживание? Каждый специалист, проработавший на своем участке, еженедельно представляет нам, я вам образно представлю, представляет нам информацию. Информация не в таком порядке, как раньше это было. Просто принесли, отчет только показали и зафиксировали. У нас сегодня примерно вам не могу предоставить такую возможность. Вот информация о проделанной работе специалистов, например, за первый квартал. В этом информация описывает все случаи. От маленького до большого. Ежемесячно по всем мероприятиям, которые непосредственно специалист проводит, вот вам еще раз образец, непосредственно каждый специалист на своем участке проводит и заносит это в фотокамеру, в флешку, и все это записывается и передается. То есть имеется и фото, и видеоматериал, да? Да, это обязательно порядке нужно. Потому что сейчас нам условия предоставляют такую возможность, и мы, естественно, фиксируем и заносим на свой сайт. Ну и через своего сайта, естественно, могут и ознакомиться и население, и министерство, чтобы убедиться, что работа не для галочки, да, а вот реально. И примерно я вам могу показать, вот что это означает. В этом информация в этом, короче, отчете расписано все, где проводилось, кто был подключен, с кем работали, кто работал, какие услуги были представлены. Потом ежемесячно информация мы, естественно, отдаем и министерству, и администрации, и населению может ознакомиться, входя на наш сайт. Мы на каждого работника заносим и записываем. Это все отражается на нашем сайте. Более того, учитывая, что ГОСТы совершенно другого параметра сегодняшний, ГОСТы предусматривают качество предоставления услуг по 18 параметрам, ежемесячно проводится итоговый балл. То есть рейтинг называется, и итоговые баллы на каждого специалиста. И каждый специалист, просматривая, получает свои баллы, согласно которым
оценивается труд работника нашего центра. Для чего это делается? Это дает какие-то бонусы или стимулирует работников? Несколько вот таких моментов. Вот, например, информация о проведении мероприятий к Дню Победы. Мы должны ясно представить, что каждая значимая дата, естественно, проводится во всех населенных пунктах, где представлены наши специалисты. Хотя у нас по количеству штатного расписания меньше, чем положено, но тем не менее мы стараемся уделять внимание всем населенным пунктам. И у нас есть график работы, утвержденный, где если еженедельно мы не успеваем, то в месяц один раз, в любом случае, мы по этим селам проходим, так как у нас один специалист обслуживает и 5, и 6, и 7 населенных пунктов. Так что мы стараемся все села обхватить. А вот информация о проведении мероприятий к Дню Победы. Чтобы качественно предоставить услуги, мы, помимо наших отчетов, мы, естественно, по всем параметрам, которые нам отведены, то есть по всем направлениям, мы проводим баллы, ставим. А это баллы отражаются на итоговый балл. Ага. Где, естественно, может зарплату быть увеличена. То есть это отражается все-таки. Да, это не на зарплату, да? Но помимо этого, естественно, качество предоставленных услуг улучшается. Ага. Гораздо лучше. Каждые полгода каждый специалист отчитывается от информации. Например, специалиста государственного казенного учреждения Республики Дагестан, Центра психолого-педагогической помощи, где он отражает свою полную работу. Вот по четырем основным моментам, где мы почти ежедневно стараемся проконтролировать наших работников. С какими проблемами обращаются к нам сельчане? У нас, по большому счету, если сказать честно, то особое внимание приходится уделять на семьи, молодые семьи, где у них начинается непонятные в разговорном стиле, не могут общий язык найти с родителями. Угу. Потом, короче, молодые семьи, бывает, вот, с детьми они могут найти общий язык. И можно сказать, 50% именно по этому направлению. Раньше, если алкоголь, наркомания была одна из первых проблем, то сегодня таких проблем просто взаимоотношения, особо, да. Сейчас особо таких проблем нет по нашему региону. И это, конечно, отрадно. Но с другой стороны, вот это непонимание между родителями, между супругой, супругами, между детьми, бывает часто не понимают дети, родители. И вот иногда часто приходится родителям объяснять, что надо входить в положение, разговаривать с ними, как со взрослыми. И с этим хорошо справляются наши психологи и социальные педагоги. Поэтому, В конфликте между родителями и детьми, с кем легче общаться? Конечно. Кто прислушивается? Мне так как кажется, я не знаю, может быть, это мое сугубо личное мнение, но мне кажется, с детьми легче общаться, потому что когда человек приходит на помощь, он должен понимать, что наша услуга – это такая же услуга, как и медицинская. Если он серьезно не относится к советам социального педагога или социального психолога, то результат не получается. Получается с третьего, четвертого раза. Мы же иногда бывают семьи, где не единожды, оказав помощь, достигаем чего-то. У нас бывает и четвертое, и пятое повторы, потому что сложные вопросы бывают, где взаимоотношения не складываются никак. Но в конце концов нам кое-что удается, и это отрадно. В форме чего проходит у вас, в форме тренингов, вот эта помощь, У нас много видов, потому что тренинги существуют, короче, беседа, собеседование, консультации. Потом, короче, мы стараемся, если какие-то специалисты нужны со стороны, привлечь еще с других центров, потому что это социальная услуга, и наше министерство одно. Естественно, все отвлекаются
Если какая-то помощь, например, от нас нужна другим центрам, мы, естественно, обращаемся, проходим, оказываем помощь, потому что это наша общая задача, и эту задачу, во всяком случае, нам нужно выполнять. Работа, проводимая специалистами центра, очень важная и трудоемкая. К каждому конкретному случаю необходим индивидуальный подход. Мы уже 10 лет работаем, в этом году уже 11-й год пошел. Впервые, когда мы начинали, это действительно преподносился в той форме, нам не нужно чужой человек, что мы сами разберемся. В конце концов, человек – это такое существо, которое не может человек все знать. И свои проблемы, если он знает внутри, но как решить, ну, не могут люди так. И поэтому понемногу мы начали работать, все уже нас знают, и неплохо. Раньше это категорически отказывались. Даже мы старались через школу, через садики, короче, чтобы наши социальные педагоги... То есть откуда поступал сигнал, да, и мы там уже старались сами больше работать, потому что граждане доверяли. Но в последнее время, ну, видно и вот эта мировая тенденция о том, что это очень сложный процесс, что тот прогресс, который мы сейчас получаем, ту информацию, которую мы получаем, раньше такого не было, что невозможно так быстро осмыслить. Да и не у всех возможности такие, чтобы все это осознать. Это очень тяжелый процесс. Но тем не менее, в последнее время к нам относятся радушно. Это, конечно, радует нас. И более-менее хорошо прислушивается. А вначале действительно так и было. Такое ощущение, что наша вот беседа, наши разговоры – это как пустота. А сейчас немного серьезно начали относиться, и результаты мы получаем. Психолог не фокусник, и у него не получится по щелчку пальцев избавить человека от проблемы. Однако его главная цель – предложить клиенту оптимальный вариант из всех возможных. Знаете, мы не должны забывать, где мы живем, в каком регионе. Все-таки абсолютное большинство населения, которое мы обслуживаем, мы оказываем помощь, это все-таки мусульмане. А хотим мы, не хотим, специалист, который оказывает, естественно, много внимания уделяет и на ислам, хотя они никакого чтения ничего не делают такого, но ссылки делают на то, чтобы все-таки нам ислам не помогает в спокойствии, потому что столько, ну, ребята, я вам честно скажу, в последнее время, хотя это не наша задача, но тем не менее задача наша, чтобы наш клиент получил социальные услуги и получил эту услугу, где-то получил непосредственно форму, так называемую, да, помощь, чтобы он осознанно подошел. А вот у нас есть в исламе столько фраз, которые очень легко можно внушить и успокоить человека. Например, мусульманин – это самая спокойная религия, самая, у нас хотя преподносит какую хотите форму, да, самая мягкая религия. У нас только аятов, где действительно приходит, например, человек, выходит из себя 3 минуты, ему говоришь, нельзя нам, мы же мусульмане. Он как-то уже по-другому к тебе относится. А вот с этим связано, у нас много книг, у нас есть литература, где психологи... То есть разносторонний развитие. Да, это обязательно. У нас, если без этого, у нас сейчас не получается разговор ни с родителями, ни с старшим поколением, ни инвалидами, тем более с детьми. Дети тоже очень неплохо подкованы в этом плане. Сейчас, видимо, вот этот... Ну, все-таки учение. Информационное поле, оно такое огромное, там есть из чего выбрать. Да. Есть из чего выбрать, и есть, если правильное направление делать, ссылки делать правильно, то это где-то 50%, не могу сказать, но 40-50%, но 40% гарантированно. Эти слова помогают и успокаивают наших клиентов. Сколько уже лет вы в этой сфере? Мы ее создавали. Нет, вот вы конкретно. И я уже 11 год работаю. То есть вы стоите у истоков? Да. Мы ее, начиная с устава, кончая штатным расписанием, мы все сами расписывали.
Мы даже не ездили, к большому счастью, никуда не ездили, хотя у нас была возможность поехать, посмотреть. Но мы все взяли за основу все федеральные законы, все наши постановления закона, и ссылки мы делали оттуда. Поэтому у нас нормативная база, с документом у нас идеально выстроена система. Но другое дело, что мы практикуемся со всеми остальными службами, практикуемся с другими такими же центрами, как и мы. И у нас есть что сравнить, что мы делаем лучше, что мы делаем хуже. Хотелось бы особое внимание уделить на то, чтобы сегодня действительно наша служба, она как у нас у юристов говорят, да, незаконченное право. Это еще не расследованное все, не обследованное все. Это область, в которой очень много еще работы, делай, и не будешь успевать за все это работы. Меня, в принципе, эта работа научила разговаривать с людьми, слушать людей. Есть такие слова, которые называются, человек, который знает и знает, что знает, вот его нужно и слушать. А есть другая категория людей, человек, который не знает и не знает, что не знает, это глупец, говорят, надо избегать этого. Не нужно шарлатанам, не нужно в общем обращаться к тем специалистам, которые не получили образование. Не знают, научились только говорить. Но это не помогает. Это, как врачи говорят, обращайтесь к врачу. Если диагноз поставил, значит, что-то будет. Потому что он дипломированный, он эту специфику хорошо знает. У него есть у кого поучиться, у него было с кем учиться. Да? Главное вот упор делать на специалиста. Тогда мы и получим что-то. Мне казалось, когда мы начинали, социальная служба, психологическая, педагогическая, все-таки мне с высшим образованием все это прошли. Думал, это не так. Это не так, и он не так интересен. Но в жизни я убедился, это настолько интересно для меня стало, что я увлекаюсь иногда. А увлекаясь, заражаешься этими бумагами, а там столько информации. Вот вроде ты себя лично знаешь, а потом вот проходит какой-то момент и чувствуешь, что ты ничего не знаешь про себя. Вот такая же область, это психология, социальная педагогика. Поэтому, конечно, отрадно, выезжаем, мы кому-то даем какие-то советы. Мы же тоже на что-то ссылаемся. Потому что у нас сейчас есть возможность на любой сайт зайти, вытащить информацию. Какая информация легко доходит, какая тяжелее доходит, в какой форме это преподносит. Вот таких моментов много. Поэтому мы можем европейский опыт взять за основу, если нам это понравится. Но у нас есть ГОСТы. Придерживаются. Да, ГОСТы, в которые все расписано. В этих ГОСТах ничего противоестественного нет, там есть все о том, чтобы качеством были представлены услуги. Вот главная задача наша. Асрудина Умарпашевича уважают коллеги. Тепло отзываются о нем те, кому оказал он помощь. На днях вышел указ главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова о присвоении почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Дагестан». Мы поздравляем вас и желаем успеха в работе.